Буэнос Тардес, дамас и кавалерос, добрый вечер, ну, точнее, наверное, уже даже Буэнос Ночи, доброй ночи, уважаемые зрители телеспорта. Мы продолжаем смотреть 29-й тур испанской Ла Лиги, и сейчас на очереди... Второй волны не случится не только в Испании, но и вообще... Ну вот, сразу, наверное, да, обратите внимание, что действительно очень органичный интершут влетен в матч испанской Ла Лиги. И вот даже аплодисменты арбитру, который показал желтую карточку. Кстати, отправляет мяч налево. Лоди, мягкая подача и почти замыкает Диего Коста. А чем он недоволен? Считает, что повалили. Подача. Хорошая подача. Удар по воротам. Нет, выше. И опять Диего Коста. В очень неплохих физических кондициях. Здорово в касание приводит вперед. А вот здесь что? Здесь все-таки нарушение правил. Довольно жесткий стык. Это Корреа. Столкнулся. Да, я тоже сначала подумал, что это Диего Коста. Он же сейчас мяч получает. Подача. Удар по воротам. Не получается добивать. Футболист Фасасуна. Проткнул мяч Коки дальше. Коста. Удар по воротам. Первый удар в створ ворот. Да, лежал там на газоне футболиста Сасуны, но надо вставать, надо продолжать. Арбитр не свистнул. Очень пока здорово играет Коки. И передача прекрасная на Диего Косту. Коста по 45. Блестящий Сауль. Будет ли добивание? Удар по воротам. Гол! Жоу Феликс. Вот поэтому надо было критиковать этого паренька, чтобы фактически первым ударом по воротам он отправил мяч в сетку. 1-0. Жоу Феликс на добивании сыграл очень и очень здорово. И с правой ноги отправил мяч. Плакто на добивании? Нет. На добивание футболист Атлетико. Удар по воротам. Ух ты! Это было неожиданно. На подборе очень здорово оказался. Два может получиться выход. Отдает он направо. Роберто Торрес. Удар по воротам. Еще один удар дальний. И скучный шлепок и билборд, который говорит, что мяч опять летит не в скрутке своего соперника. И с мячом, и без мяча. Пас под 45. Восхитительный Корреа. Корреюшка. Корюшка. Сезон Корюшки вроде прошел. Успеет ли Лоди? Да, успевает. Обратная передача. Феликс. Удар отбивает Мартинес. Как же красиво играют футболисты Атлетико. Какая геометрия на поле. С мячом Ариас. Передача. Классная Коки. Что они съели сегодня на завтрак? Я давненько не помню. Но в общем и целом, еще раз, комбинационно сегодня футболист Декси Семена играет очень-очень здорово. Так. Еще одна желтая. Вот это выход. 2-1. Коста! 2-0. Жоао Феликс дубль. Но это гол имени Диего Коста. Если там не было положения вне игры, безусловно, ВАР это отсмотрит. Ну а Коста, смотрите, и в прошлом матче повел себя очень великодушно. Здорово на подхвате играет Ариас. И корпус поставил Ариас. Тут же поднимается очень здорово. По-британски даже. Сыграл Сантьяго Ариас. Очень самоотверженный. Футболистов на скамейке спасли. Представлю удар по воротам. Вот это был опасный момент. Это был по-настоящему первый опад на... После этой атаки, наверное, завел. Может, неплохо сейчас получится. Да, за этим лет. Да, поворотом 3-0. 3-0. Ха-ха-ха! Я вам говорю, после карантина, может быть, этим летом не надо искать Диего Семена нового форварда. Вот он. Вот он. Имя ему. Маркос Лорен. 3-0. Совсем гол есть. Удивительно. Марата получает четвертый. До свидания, Сасуна. Мог бы я сказать, мог бы сказать, Альваро Моле появляется. Итак, смотрим. Гол защита. 4-0. Покажите повтор. Чуть добавлено. Йоренте. Ух ты! Пятый полетел. Ах, какая боль, какая боль. Атлетико Мадрид и Сасуна 5-0. Кто отдал передачу? Снова Маркос Лоренте. Мне кажется, он сам на приколе. Не совсем понимает, что происходит.